Здравствуйте, меня зовут Иван, я бармен, вы смотрите коктейли под сигару. Недавно с ребятами на дегустации курили боливар, специально для Германии. Вот, сигара сама по себе великолепная, на самом деле великолепная, всех порадовала, меня в том числе. И почему-то вот показалось, что под эту сигару можно подобрать два коктейля. Коктейль, которым я рекомендую первый-третий, будет называться Grand Orange. Сначала охлаждаем стакан для подачи коктейля. Апельсин, лайм, потом мы добавляем туда мед. Меда необходимо 15 мл или 3 чайные ложечки без горки. Засыпаем льдом и сверху добавляем 40 мл виски. У барменов этот метод называется метод фикс, то есть когда алкоголем фиксируют коктейль. Это познавательная страничка. Размешиваем. Коктейль Grand Orange для первой и начала второй третьей. Коктейль для второй третьей и последней третьей я решил, что это будет коктейль под названием Sweet Havana. Ром. Любой светлый ром, абсолютно. Для этого коктейля, в принципе, не имеет значения. В данном это, в случае это Вородеро. 30 мл. Смородиновый ликер. Его нужно добавить буквально миллилитров 20. Добавляем 10 мл сиропа граната или гренадин, как он называется. И в конце добавляем 20 мл сливок. Засыпаем льдом. Сам коктейль. Коктейль Sweet Havana для второй и последней трети боливар. Первое третье, этот боливар достаточно перечный. Перечный. Очень чувствуется лихера, и его нужно, вот этот вот перечность нужно убрать. Поэтому в Grand Orange мед, виски и апельсин как раз убирают эту перечность, но оставляют основной аромат первой трети. Боливар ближе к середине начинает набирать силу, становится более крепким, более насыщенным. И поэтому я решил, что коктейль с добавлением сливок, ликера, сиропа гренадина будет действовать как обволакивающее на рецепторы, потому как сигара агрессивная. Но этот коктейль сам по себе, его вкус не очень ярко выражен. То есть он хорошо сбалансирован, никакие ингредиенты не вылезают. Курите сигары, делайте это со вкусом. Меня зовут Иван, я здесь каждую пятницу на Cigar & Flow.